Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы на самой клиентоориентированной мойке города Ростова-на-Дону «Аквасервис». Мы обратили внимание, что многие наши гости интересуются, как правильно помыть машину и в чем преимущество разных функций. И специально для вас мы сделаем серию обучающих видео, которые помогут вам эффективно использовать наш комплекс. Для удобства необходимо расположить автомобиль в центре бокса и разместить коврики на прищепках по обе стороны машины. Если кузов автомобиля горячий, необходимо слегка остудить его водой. Шампунь. Мыльный раствор на основе умягченной воды. Основное назначение – устраняет небольшие загрязнения. Дополнительное назначение – предподготовка перед пеной при очень сильных значительных загрязнениях. Например, после рыбалки. Время выдержки 2-3 минуты, не допуская высыхания. Пена. Активная пена на основе теплой умягченной воды. Основное назначение – устраняет стойкие значительные загрязнения. Время выдержки 2-3 минуты, не допуская высыхания. Вода. Специально подготовленная умягченная вода комнатной температуры. Основное назначение – смыв остатков моющих средств и загрязнений. Воск. Полимерный состав на основе умягченной воды. Основное назначение – ускоряет процесс сушки, придает блеск и защищает поверхность автомобиля от факторов окружающей среды – влаги, пыли, реагентов и грязи. Осмос – специально подготовленная деминерализированная вода максимальной степени очистки. Основное назначение – финальное ополаскивание автомобиля, не оставляет разводов. Особенно эффективно после функции воск. Пауза «Стоп». Остановка работы любой функции. Оплата во время паузы в комплексе «Аквасервис» не списывается. Пылесос, подкачка шин, система обдува воздухом находятся в протирочной зоне и держателям карт лояльности предоставляются бесплатно. Три полироля для стекол, пластика и чернитель резины находятся в протирочной зоне и предоставляются постоянным клиентам бесплатно. Самая клиентоориентированная автомойка самообслуживания «Аквасервис» ждет вас по адресу Таганрогская, 181. До встречи!